Ну что, какова глубина? Вот такая. Мы пытаемся понять, проедем ли мы здесь. Потому что, в общем, держу немного в курсе. Мы утопили позавчера, получается, Ниву. Не здесь, а в грязи просто, около участка. Потом мы попытались вытащить ее УАЗиком и утопили УАЗик тоже в грязи, тоже рядом. Сейчас приедет Илюха, который будет нас спасать отсюда. Но у нас опять полная машина продуктов для птиц. Идти по лесу 3,5 километра. Ну, нереально довести, что-то донести. Мотособака сейчас тоже здесь не пройдет. Она вот утонет в этом вот. Слушай, ну вроде не глубоко. Ну да. По колено это не глубоко, но не по колено. Не по колено. Смотри, я поднимаюсь. Уже почти по колено. Но не глубоко. Нет, если Насте не по колено, то Форд проедет. Мы забрали Форд из ремонта, но я очень не хочу его тоже посадить здесь. Мы думаем, насколько близко мы сможем подъехать к участку, чтобы все это дотащить. Заставлять Форд посреди леса, рядом с лесом, там, в соседней деревне мне не хочется. Настя, это будет почти контент 18+. А что 18+? Колготки вообще. Ну, у нас там есть это... Любитель пошло комментировать. Ой, все. Что ты ешь? Может, добыть себе такую же в Форде. Ладно, пойду добуду. Ого. Форд не очень проходимая машина на самом деле. То есть это такой переднеприводный кроссовер с подключаемым задним приводом. Вот. С учетом того, что я его сейчас забрала из ремонта, я не хочу опять его здесь убить. Поэтому нас, конечно, если что, вытащат. Но тем не менее. Надо узнать, сколько еще Илюхе ехать. И, конечно, его выпустить вперед. Чтобы он там... Если что. Хотя я даже не знаю, куда нас лучше вытаскивать, если что, назад или вперед. Говорят, там Амурскую область затопило. А-а-а! Владимирскую тоже затопило. Это птичка. А все остальное это продукты. Поэтому, когда говорят, что типа, что вы вообще там это, зажрались и не можете оставлять машину где-то там и ходить пешком, ну, реально, вот дорога до нас, она длится с одной стороны 2,5 километра, там сейчас река, там нет дороги, вообще поля нет, понимаете, а с другой стороны 3,5 километра. Если бы мы возили просто свои задницы, ладно, но мы возим, к сожалению, не только их. Так, мы прорвались через часть дороги. Изрядно ощипанные, но не побежденные. И тут новая лужа. А там вот под вами земля проваливается или она жесткая? Жесткая. Ну, где-то проваливается. Вот тут, например, проваливается. В середине проваливается, а в середине не проваливается. А в колее она жесткая. Там вот жесткая. Тут она жесткая. Я просто в кроссовках, чтобы вы понимали. Я не могу в сапогах машиной управлять. Короче, вот эта часть неглубокая, я так понимаю. Проваливается.
телевизора. Вы хотите, думаете, левее держаться? В принципе, это, мне кажется, имеет смысл. Я это понимаю! Вы, конечно, хранитесь хомяку. Да, проснулся хтонический хомяк, и мы оставили ему подношение. Мы совсем не секта, нет. Ну, хомяк тоже не всесилен. Здесь примерно до колена. Это все еще не до колена. До колена это когда Настя зачерпнет воду сапогом. Ну, вон там, где Настя щупает, куда Настя не идет пешочками. Потому что Настя не хочет зачерпывать ногу. Ну, тогда осталась последняя лужа. Вон та дальняя. Думаешь, все-таки по ней ехать? Да, думаю, ехать. Что, все, полный сапог? Да уже вылили. Короче, я так понимаю, нам надо держаться левой стороны, и, в принципе, мы должны проехать. Да. Просто, чтобы вы понимали, в прошлый раз в глубокой луже нам залило пульт управления бензонасосом. Поэтому сейчас я к лужам отношусь немножечко с большим уважением, чем раньше. А ты хочешь остаться здесь? Я не хочу топить форт. Я тоже не хочу. Поэтому вы сейчас меряете уровень лужи. Мне кажется, я вымыла воду из лужи. Она спешно устремляется обратно. Что? Да, потому что тебе на моем сапоге. О, Господи. Держись. Грузитесь, вроде дальше такого страшного уже нет. Короче, мы не доехали до самого участка. Блин, ветер. Нам не проехать здесь сейчас, потому что, ну вот вы видите. У нас тут машина. Машина наших соседей, которую мы посадили в грязищу. Ну, кстати, подсохло под ней. Да. Может быть, и выедет. Надо будет попробовать. Хотя здесь ехать особо некуда. Короче, сейчас идем до участка пешком. Я нашла упавшую ветку еще. Не могли же мы пройти мимо. УАЗик. Что ж такая тяжелая-то, а? Зараза, за что бы тебя взять? С УАЗиком это я лопухнулась. Я думала, там просто сугроб, а он сугробы, в общем-то, неплохо берет. Пыталась развернуться. А там оказался не сугроб. Там оказалась земля под сугробом. В общем, вот, подсохло. Сейчас посмотрим, может, выйдет. Подсохло, растаяло. Классно. Да, колесо засохло в грязи.
что ж. Ладно, посмотрим, он может не заведется еще. Это же УАЗик. Что вы собираетесь сделать? Да, дергать машиной. Ну, он прям удобно перед деревом стоит. И даже столб есть. Сейчас вверх все будет достаточно скучно и медленно. Ладно. И надежно. Хорошие тамада и конкурсы интересные. Из засады буду. А меня не жалко, я бессмертный. Стой, подожди, да. У него колеса прям поставь. Поставь. А ключ в нем где? А, ключ у меня. Он едет. Ой. Че, так до Москвы? Да. Крутая штука. Это колеса от трактора, что ли? Да. Понятно. Понятно. Надо было задние тракторные ставить. Арку пришлось бы сильнее пилить. И страшные звуки он издает. Археологические раскопки. Отличная машина. Это почти луноход, только автомобиль.